Пришла посылка. Фара, которую заказывали Solar Storm. Фара должна быть вот такая вот. Только черного цвета. Вот если присмотреться, что на ней вот. Должна быть вот такая вот. А у нас приехала. Вот она. Черная. Только не Solar Storm, а Crazy Fire. Визуально фары похожие, только отличаются они по работоспособности. Если сравнить даже по яркости, вот элементарно. Вот она. Раз. Она очень тусклая. Она не соответствует тому, чему она должна быть. Если в маленьком помещении, она так светит. А вот как светит, получается, оригинал. Вот получается шторм. И вот он уже даже днем при свете светит гораздо ярче, чем этот. Вторая фара, которая пришла. Вот если выключить. Вот сравнительно. Вот получается. Намного ярче. То есть фара получается вроде бы внешне похожая, но диоды не соответствуют тем, которые заявлены. То есть если у нас на сайте должна была быть фара, вот она. То есть вот она заявленная. Вот должна быть. А это вот. То есть фара, товар не соответствует тому, что я заказывал. Хоть она внешне и похожа, но она не соответствует тому, что должно быть. Если здесь заявлено. И 1000 люмен, а их просто здесь нет.